Всем привет, с вами Галактики, мы продолжаем играть в Subnautica, и в прошлой серии мы побывали на очередной базе Дегази, исследовали инопланетную лабораторию по изучению местных форм жизни, и сегодня я наконец-то решился, поплывем ремонтировать Аврору. Сбудется наконец-то мечта многих зрителей, и... В принципе, с долгами мы, скажем так, рассчитаемся после ремонта Авроры. Можно будет одеть уже усиленный костюм. Может быть, урона будем в нем меньше получать. Ребризер тот же, желанный очень многими зрителями, но пока что который нам совершенно не нужен был. Вот. И... Краб. Да, краба тоже построим. Наверное, уже в следующей серии мы краба построим, но все же... Пока что выпьем кофейку и поплывем. Я запасся водичкой, огнетушителями, ремонтный инструмент, лазерный резак. Взял с собой инструмент исследователя, может быть, будем путь себе помечать. В общем, все, что у нас есть из инструментов практически, я взял. Строитель только не брал, потому что он не нужен. Батареек немного, про запас. И давайте я сейчас съем какую-нибудь дыньку, две, может быть, две дыньки, 12 еды, да? А, окей, мне этого хватит пока. И поплывем. Поплывем мы туда, наверное, на мотыльке. Я думаю, что циклопа брать туда смысла нет. Тут и плыть-то недалеко. Да и плыть мы будем по поверхности. Я, кстати, не помню, какие у меня модули улучшения на этом мотыльке стоят. Ну, в общем... Неважно. Хотя можно и на циклопе поплыть. Да, давайте мы поплывем на циклопе. Там нас будет ждать жнец. Мы это знаем еще по прошлому прохождению. Да, мы его, в принципе, уже видели, этого жнеца. Несколько раз, по-моему, издалека. В принципе, да, наверное, на циклопе будет все же лучше, потому что там у нас есть еда. Если вдруг что, закончится еда, то мы можем без проблем. Ну и, наверное, на этом жнеце будет проще потестировать разные у нас приманки, тихий ход, там все дела. Ну, в общем, посмотрим. Посмотрим. Всплываем сразу на поверхность и... Аккуратненько, чтобы в рифоспина не врезаться. Нам где-то в ту сторону, если я не ошибаюсь. Надо метку было на Аврору поставить, наверное. Чтобы знать, где она. Ну ладно. Это, наверное, уже все-таки не важно. Кстати, она не там, где я думал, оказалась. Так. Аврора. Давайте камеры попробую. А я с камерой, наверное, сверху не увижу, да? Аврора, ты где? Где Аврора? Кто украл Аврору? Может, она... Вот. Там еще дальше чуть-чуть. Вот сюда, сюда. Нет. Аврора. О, вот она. Странно. Я думал, что она совсем-совсем в другой стороне. Ну хорошо. Оплываем рифоспина и ждем встречи с жнецом. Еще вопрос, с какой стороны вход будет. Я уже не помню, просто я два года назад играл, там, может, тогда Аврора была немного другой, да, поэтому... Давайте мы, кстати, выключим сейчас еще свет. Вот этот вот внутренний, чтобы мы лучше все это видели. Что нас ждет... Так, тут мель. Мне это не нравится. Оп. Блин, ты реально в маленькую рыбку врезаешься. Такое чувство, что ты прям в скалу какую-то втаранился на полном ходу. А когда тебя кусают какие-то огромные гады, то ты даже этого и не чувствуешь как будто бы. Так, кстати, надо...
Посмотреть. Так, 40% энергии. Давайте я сразу перезаряжусь на соточку. Так, так. Наверное, мы не отбросим этого. Как его? Жнеца, да, поэтому. Репульсионку, может быть, даже особого смысла брать не было, но возьмем. Возьмем сразу все инструменты. Ты опять, наверное, в какую-то рыбу врезался, потому что не было вроде сигнала этого, да? Пиликающего. Так, а ну-ка сейчас поднимемся, посмотрим. Мы уже где-то близко. Ой, привет. А вот и жнец. Жнец, кстати, да, отображается у нас на... Вон он. Жнец у нас отображается на... карте. Вот он, маленький. Сканер. Мне нужен... Тише, тише. Ух ты. Ух ты. А мне, ребятки, в комментах писали, что жнец не агрится на игрока. Ну все. Я ему прям в пасть типа запрыгнул, что ли? Что это такое? Или это он меня заглатывает? Я типа у него в желудке сейчас. Доставай нож, будем прорезать. Я не понял, что это было только что. Почему у меня черный экран был? Хотел ему посмотреть в лицо, но я посмотрел в принципе. Так. Могу посмотреть ему в лицо с другой стороны. Но он типа еще живой, да? Или нет? Что с тобой? Ты сдох? Он еще живой. Баганул как-то у меня этот жнец, похоже. Промазал. Ну давай. Не ожидал такого поворота. Я нашел его болевую точку. Я не знаю, где-то изнутри его бью. Даже интересно, как долго нам его бить придется. Потому что пока что ребята мне в комментах писали, что всех существ можно заковырять ножом.
абсолютно всех. Если я ничего не путаю. Ну, типа, вроде как в будущем разработчики это дело исправят. Больше никого нельзя будет убить. Такие вот ходят слухи у нас. А еще раньше, по-моему, нож ломался. Или мне кажется? О! О, пузом кверху. Ха. Все. Первый левиафан повержен. Тут, говорят, еще вроде один есть. Или не один. Ходят слухи. Ходят слухи. Мы видели одного. Я, правда, не знаю, с какой стороны мы видели одного этого. С той или с этой стороны от Аврора. О, батарейка, спасибо. О, стоп, я куда-то не туда плыву явно. Я на базу поплыл. Я смотрю, что что-то не то. Вот куда нам надо. Пустите меня, пожалуйста. Ох, класс. Можно свет включить. Все. Я вот в Monster Hunter переиграл, мне хочется со всяких вот таких вот больших тварей, которых я убиваю теперь, хочется там хвост отрезать, шкурку снять, или еще чего-нибудь. Так, ну что, мы готовы идти дальше. ХП пока восстанавливать не будем, аптечек я немного брал. Погружаемся маленько. Наверное, что-то... Я даже не знаю, стоит погружаться или нет. Что-то ничего не видно. Life form readings in this region are sparse. The Aurora's radioactive fallout will have devastating effects on the alien ecosystem if not contained within the next 24 hours. О, как говорит, да? Если в следующие 24 часа мы типа не отремонтируем Аврору, то все будет плохо. Но! У нас Аврора уже. Ух ты, вон еще один. Вон еще один. Так, а ну-ка, давай. Ну и где искать мне? Блин, ни черта не видно. Он прям где-то подо мной, надо мной. Черт его знает. Но надо мной он быть не может. Еще непонятно, фонарь у меня включен или нет. Текстуры, конечно. Вот, сейчас фонарь включен. Текстуры, конечно, просто огонь. Ну где ты? Гадская тварь. О, светает. Светает. Может быть, мы сейчас его и увидим где-то. Кровавый рассвет такой у нас.
Ну, где ты? Сажал приманку и уплыл, типа, или как это работает у них? Вон он. Нет, это не он. Это какой-то обломок. Приманки, я надеюсь, я где-то в шкафчик сложил себе, да. Да, я вспомнил где. Я звуки где-то оттуда слышу. Ну. Блин, страшно. Не хочется на паузу нажимать. Ничего пока вроде не происходит, да? Но не хочется на паузу нажимать просто потому, что не знаешь, в какую секунду он выпрыгнет где-то непонятно откуда. И не видно ни черта. По этой штуке, я не знаю, я его не вижу. Типа вообще как будто бы. Но он есть, он типа точно есть. Типа точно. Вот он. Ай-яй-яй. Куда ты уплываешь? Прикалываешься? Я тут. Все. Повторяем операцию. Наверное, не буду пока перезаряжаться. Я, по-моему, перезарядился. Опять я в нем. Погоди, никуда не уходи. Я сейчас вернусь. Дышим, дышим. Звук пропал. Алло, звук у меня только пропал. Нет, наверное, так и надо было. Как раз, по-моему, четко, да? Нет. Все, нарезаем. Ну куда ж ты уплываешь-то, а? Ничего себе у него скорость плавания-то. Так, хорошо. Ой, давай уже переворачивайся. Пузом кверху. Тоже мне. Что кричишь? Больно, да? Циклопу тоже было больно. У него тоже есть чувства. Вот так вот. Все. Подрезать бы ему плавники, клыки и скрафтить из них броню. Это было бы то, что нужно. Так. Возвращаемся к ремонту. Сначала подплывем еще на циклопе, наверное, немного. Посмотрим, как у него состояние вообще. Так. Маленько поврежден, да? Маленько поврежден. Может, вот тут как-то зайти можно? Двигатель я пока отключу, наверное.
Я надеюсь, что циклопы тут... Циклопу говорю, эти не отреспавнятся. И пойдем ремонтировать. Я очень надеюсь, что никто здесь не отреспавнится, и циклопчика моего нет самое. Не ушатает. Так, пока давайте выйдем здесь. Или если тут такие плохие текстурки, то типа, наверное, вход где-то с другой стороны. Я буду тут вход еще искать неделю. А она мне говорит, будут последствия для экологии. Может, его видно будет нормально где-то вход. Тут что-то вообще ничего не видно, хоть и светло. Мракота какая-то. Что-то вообще такое, конечно. Некрасивенько, некрасивенько. Совсем. Надо, наверное, плыть куда-то в другую сторону. Тут я что-то ничего не вижу. А, стоп. Загрузим новую приманку на всякий случай. Так. И давайте. Поплывем где-то с другой стороны. Может, еще одного этого найдем жнеца. Сколько тут их фиг знает. Что тут можно через эту турбину залезть? Сейчас подплывем чуть поближе. Я выйду, наверное, посмотрю. Но опять же, мне почему-то кажется, что вход, если... делать, то его, наверное, должно быть лучше видно, чем вот это вот непонятно что. Ну, я в Авроре, как бы. Как бы я в ней, но не совсем. А еще батарейка. Вообще, кстати, я проплыть не могу. Боже, какие глючные текстуры, ужас. Ужас, я думал, что этого безобразия не будет в релизной версии. Как это вообще так случилось, сложилось? Где я? Как это вообще? Ладно, поплыли. Неожиданно прям, реально. Так, давайте мы... Да, вот именно это я и хотел сделать. Опуститься чуть глубже, чтобы не сесть на мель, как Аврора. Все хорошо, что ты мне пиликаешь. По-моему, у нас пробоина где-то. И водой заливает, нет?
Или норм? О, страшно. Так, мель. Ящик валяется. Плавает себе такой одинокий. Тихо. Страшно. Сомнительно, что я бы нашел там вход. Так, вот я уже подплываю к другой части корабля. Слышу рычание. Возможно. Хотя на рифоспинов больше похоже. Вообще, может, мы тут остановимся? О, привет. Ладно, но этого я уже на паузе сейчас разделаю. Я думаю, это уже смотреть неинтересно. Сейчас уже должен помереть, по идее. Да, минус третий жнец. Все, теперь ничто не будет нарушать тишину и покой здесь. Я надеюсь. Так, хорошо. 24 часа уже, по-моему, прошло. Так что мы наносим непоправимый ущерб экологии планеты. Так. Ой. Не то. Так, ремонтный... Ремонтный можно, кстати, сюда положить. Не? Неожиданно. А как его ремонтировать тогда, кстати? Я думал, я вот так вот подойду и заклею дыру. Нет? Или его снаружи, может, надо ремонтировать? Хм. Так-то дыр вроде бы нет. Так что... Ладно, в принципе. Вот. Вот здесь вот был вход, точно. Это я уже вспомнил. Это коварное место. Хорошо, мы тогда выключаем двигатель. И сейчас посмотрим, у меня есть лишние явно батарейки. Надо их выложить. Типа... Вот этой. Вот, давайте сейчас перекусим немного и пойдем блуждать по Авроре. Так, вот тут под текстуру я провалиться не хочу. Или упасть. Я вроде бы все взял. Так, ладно. Мы, наверное, не будем обращать внимание на этих крабов. Мне кажется.
Так, вот только не говорите, что я сейчас пытаюсь пройти опять куда-то, куда не надо идти, и сейчас застряну в текстурах снова, как 2 года назад. Потому что мне все это не нравится определенно. Будем идти по прямой, ровной дороге. Прикольно. Можно было бы этой пушкой репульсионной их поразбрасывать. Так, тут вроде ничего нет. Фонарик, который мы уже сканили. Так, нет, все хорошо, но куда мне? Сюда, наверное, куда-то. Где-то здесь проход должен быть. Иди сюда, гадость проклятая. Все, только мертвые эти остаются. Так. Надо взять фонарь, а то как-то вроде и из-за огня как бы светло, но как бы и не очень. Ладно, с фонарем светлее не стало. Так, тут мы не проходим, я опять застрял. Ладно. Вот нам, наверное, дальше. Вот там я этих крабов убивал. Тут вот какой-то такой прям как будто бы... Да. Проход. Еще больше крабов. Давайте, наверное, я возьму сейчас на... Можно и стазис, наверное. Наверное, лучше. Они, интересно, умирают от удара репульсионки. Было бы хорошо, если бы умирали. По-моему, просто отлетают. Это не так уже сильно. Ну, я правильно, я еще не заряжаю по полной, поэтому... Так, все трусится, трясется. Огнетушитель нам в подарок, аптечка, спасибо. Это будет очень нужно. Так, знаете, что мы делаем? Возьмем сейчас, попробуем, как работает инструмент следователя. Возьмем огнетушитель, может, тут чуть-чуть потушим. Тушим. Так, и, значит... Как это работает? Как это работает, кстати? Или это только на в воде можно использовать эту штуковину? Лево, право. Нет? Блин, я надеялся, что мы сможем себе пометить путь здесь. Ну ладно. Будем ходить по этим стрелкам. Куда мы идем первым делом? В грузовой или в администрационный отдел? Журнал, наверное, немного попозже будем читать. Идемте, наверное, в грузовой сначала отсек. Тут мне как раз уже понадобится репульсионная пушка, боже, тройка ненавистная. О, совсем другое дело. Блин, тихо. Мне вот эти не нравятся моменты, как будто бы я проваливаюсь в текстуры. Не надо так делать.
Так, стол, хорошо. О, как тихо стало. Так, ну это типа грузовой отсек. У меня есть... У меня есть... Давайте почитаем, раз я сюда уже залез. Левиафан. Не совсем максимальная угроза. Не совсем. Предельная угроза избегать при любых обстоятельствах. Загруженные данные. Выжившие. Инженерный дрон Авроры. Get me a propulsion cannon. Repulsion cannon retrieved. Hey, Berkeley. Install that circuit box with that repulsion cannon and you'll punch a hole in the cargo bay. Damn it, drone. I said propulsion, not repulsion. Recalibrate sensors. Senses recalibrated. Sensors aren't the problem. I tweaked the program. It's like you now. It doesn't like being told what to do. Drone, I know... His name's Albert now. Albert. I know it's not your fault, but it would really help me do my job if you'd bring me what I asked for. Thanks for your time. Propulsion cannon retrieved. Thank you. Now go away. Entering hibernation mode. Boss, this hobby of yours isn't making my job any easier. Or safer. Maybe so, but it's all that's stopping me from being so bored I take a spacewalk in my skivvies. Ясно. Так. Дальше меня интересует закладочка, коды и ключи. Но это не каюта капитана, но мы попробуем. 2679. 2679. Да, это не каюта капитана. Сюда мы пока что код еще не знаем, сколько я понимаю. Идем тогда обратно. Давай, давай, ты сможешь. Оп! Администрация. Эй! Я же тушу. Ну, блин. Заметки для себя. Код грузового отсека 1454. Окей, спасибо. Плакат. Возьмем обязательно. Так, ну чё, мы тогда сразу в этот... А, подожди, может, тут и делать больше-то нечего. Альтера запускает Аврору. Это у нас ничего. Тихо, тихо, куда ты в огонь прыгаешь? Что ты делаешь? Нам больше с терминалом мы ничего сделать не можем. В мусорнике покопаться тоже не дадут. Ну все, тогда грузовой отсек. Какой код был? Я уже забыл. 14, что-то там. Ой-ой-ой. Как же больно это оказалось. Так, хорошо. Никого пока не видать. Я чувствую, эта серия у нас будет довольно долгой. Блуждать по Авроре мы будем намного дольше, чем когда-то я 2 года назад здесь бродил, когда здесь еще ничего не было толком. Так, хорошо. А с голоду мы тут не помрем.
От жажды тоже, видимо, не помрем. Хорошо. Ничего интересного не будет на нычке. Может, это не та игра, конечно. Но мало ли. Такое ощущение, что... Огонь разгорается все сильнее и сильнее. По 4%, да, мы на один выстрел тратим. Ясно. Так. Там открыт сундучок. Здесь пусто. Ящики эти еще коварные такие. Фрагмент циклопа нам не надо. Коварные ящики в том плане, что они открыты могут быть с одной стороны где-то. И хочется посмотреть со всех сторон, чтобы узнать, нет ли там ничего случайно. Профиль трансгосударства корпорация Альтерра. Так. Отсек мотыльков и что-то там еще было. Спуститься по-нормальному мы не сможем, да? То есть подняться уже тоже не сможем. Так, а давайте я теперь попробую это. А, да, вот. Собственно. Как это работает? А я подобрать тебя не могу? Что-то я мог просканировать только что. По-моему. Что это? А, пиявка проклятая. Которую я не заметил. А, вот я их, наверное, мог просканировать, да? Так. Нам надо. Аптечка первым делом. Попить можно, поесть. Оп, тихо, тихо. Где-то. Все, умерло наконец-то. Ладно, эта штука тогда нам не пригодится. Давайте сканер возьмем. Да ну ты прикалываешься. Бессмертная, что ли? Кровопускатель. Или это другая была. Так, водички еще возьмем. Я уж было перепугался, не понял сразу, что происходит. Так, это мы можем отремонтировать, да? Ремонтный набор вместо... Вот это, блин, переключение между этими инструментами, это просто жесть. Не могли уже хотя бы 10 слотов сделать, чтобы не было вот этой мороки такой? Это же ну капец вообще. Так, просто папочка... Журнал прибора виртуальной реальности. Что это я могу просканировать? Фрагмент мотылька могу просканировать. Такое. Это все этот фрагмент большой такой, да? Что у нас тут? Модуль глубины. Я возьму на всякий случай, может быть... Мотылек сожрут, у нас будет модуль погружения улучшенный. Даже если сожрут. Так, ну это все такое взорвавшийся мотылек, правильно? Я надеюсь, что правильно. Так, реакторная, да? Пошли, наверное, первым делом в реакторную. Посмотрим, что мы как там чинить будем. Sustained internal damage during collision.
Do not attempt repair without appropriate qualifications. Мы плывем до сих пор, типа. О, наконец-то на ноги встал. Так. Warning, local radiation at maximum tolerable level. Что мы тут можем от... Да ну, елки-палки. Пробоина. Пробоина в защитном кожухе ядра. Так. Привод ядра Авроры экранирован толстым металлическим кожухом, пробитым в нескольких местах вскоре после крушения. Из-за пробоин утечка радиоактивных материалов будет продолжаться до тех пор, пока пробоины не будут заделаны. После этого излучение в окружающей среде со временем рассеется. Данную процедуру следует проводить только в полном радиационном. Это что у нас? Это кто-то играл тут. Desert Island Drama. Съел кокос. Больше не голоден. Умер от холода и голода. Ясно. Так, опять переключаемся на ремонтный набор. Чё тогда за... Залатаем дырку. Так. Вот это я... Что-то уже вспоминаю из того, что было когда-то пару лет назад. Еще мне кажется, что тут были какие-то гадостные рыбы. Может, это были эти как раз, я их помню. Кровопускатели. Так, алло. А, вот, ремонтируем. Containment breach repaired. Further breaches detected. 8. Containment breach repaired. Further breaches detected. Так, по-моему, последняя пробоина осталась. Было здесь пару этих пиявок проклятых. Без проблем с ними разделался. Он еще плавает. Drive core breach sealed. Radiation levels decreasing. Так, а я еще хотел пойти посмотреть на ту сторону, только я не знаю. Я, наверное, туда попасть не смогу, да? Вот на эту штуковину. А, вот, можно подняться, там нормально пройти. А тут ничего, да? Оказывается. Так, ну что? Все, мы теперь можем, типа, снимать эту. Насколько я понимаю. Наш костюм. А, нет, смотрите, не можем. Может быть, просто потому, что здесь реакторная, поэтому не можем. Но утечку мы предотвратили, типа, я надеюсь. Сейчас я еще на донышке поплаваю немного. Может, где-то какой-то КПК я пропустил, пока ремонтировал. Но вроде ничего здесь нету. Всяко ж может быть, правильно? О, огнетушитель. Еще один. Так. Хорошо. Теперь нам нужна каюта капитана. Там нас ждет много всего интересного и полезного. Так, реакторная, отсек мотылька, нам сюда. Лазерный резак теперь нам нужен. Оп, переключились. Что там у нас? Раздевалка. Окей. Правый? Правый. Можно будет даже сейчас перекусить немного. Как раз уже пить хочется и кушать чутка. Щелк.
аптечке. Второстепенные задания. Авроры. Так, шкафчики не открываются, правильно? Только те, которые открыты, мы можем осматривать. Сейчас аптечку тоже возьмем. Обязательно. А, тут еще и КПК. Так, хорошо. Обязательно все это почитаем. Отсек крабов нас ждет. Так. Батарея. Еще водички немного. Спасибо. Заботятся о нашем здоровье. Так, а мне, наверное, не надо, да? Огнетушитель. Я думаю, мы справимся. Мне надо ремонтный набор. Правильно? Да. О. Надо было ближе чутка подойти. О. Крабики. Picking up a faint black box signature originating on the other side of the hull breach in this room. С той стороны пробоины в комнате. Так, тут пусто вроде бы. Давайте просканируем сразу крабстера. Я себе ничего не спойлерил специально с этим крабом. Я даже пока понятия не имею, как мы им будем управлять. Как он вообще работает. Так, ну мы типа просканировали или еще разок? Чертеж мы вроде получили. А, я понял, я понял. Мы только, да. Общие сведения о нем узнали, а сейчас будем сканировать все остальное. Так, третий и четвертый. В висячем состоянии. Оп, по балке аккуратно идем. А вот и краб. Тут столько всего. Надо будет сейчас попробовать туда пройти вниз. Энергоячейка. Самое смешное, что да, вот электрические провода вот фигачат в воде. И тип норм, да? Надо было разработчикам сделать какой-то продвинутый сканер, который был бы вместе с фонарем. Ну, как в Террарии, иначе, короче, соединять им эти инструменты все в один. Тогда можно было оставлять 5 слотов. Сделать там лазерный резак, да, соединить вместе с этим. Вместе с ремонтным набором. Фонарь со сканером. И уже совсем другое дело было бы. Чё я тут плаваю, спрашивается. Что я тут забыл? Кто мне расскажет? Тут ничего нет. Может, тут как-то так и надо? Типа, я сейчас всплываю, и тут... Тут ничего. Просто где-то в другой стороне, может, надо всплыть, да, и... Мы как раз на другую сторону этого попадем. Наверное, нет? Разлом, во. Типа так. Хм.
надо будет там еще, наверное, поплавать, потому что я саму комнату с крабом плохо исследовал, по-моему. Данные черного ящика мы получили. Хорошо. Так. Пам-пам-пам-пам-пам. Лазерный резак мне нужен. Что-то. Пока смотрел, как у меня уже забитый инвентарь. Думал, что съесть. Забыл, зачем я вообще полез в инвентарь в этом. А вот и каюта капитана, наверное. Вспомним-ка мы. Коды и ключи. Заманчивое предложение. А, 1869, да, наверное, это каюта. Ладно, сейчас некогда читать. Так, еще раз. 1869. 1869. Давай. Нет? Это каюта капитана, что ли? 2679. 2679. Нет? Может тогда... Ладно, тут можно подышать. Хорошо, давайте сейчас почитаем, что там пишут вообще. За отсеком костюмов краб находится защищенный терминал, откуда можно скачать чертежи. Код 2679. Говоришь, ты уже больше года на этом драндулите и никогда не бывало снаружи. Так вот, теперь у тебя есть друг с ключами от огромного, мать его, робокостюма. Нам совершенно нечего делать, пока мы не доберемся до звезды и не начнем работать над вратами. Если хочешь... Попробовать звезды на вкус, только скажи, у меня тут есть запасной краб специально для тебя. Ты не знаешь, что такое сила, пока не раздробишь астероид собственными голыми механическими усиленными руками. Хочешь сыграть в мяч пролетающий мимо метеором? Приходи в каюту номер один. Так, хорошо, каюта номер один, да, и каюта капитана. Осталось... понять, узнать, что вот это было за каюта. Так, батарея. Допустим, что 1869, да? Допустим, что это она. 1869. Нет? Ты прикалываешься. 2679. 2679. Нет? Что за шутки? Что за шутки со мной шутят? Ладно, поищем. А, вот, наверное. Доступ к лаборатории. 64-83. 64-83. Я думаю, это одна и та же комната, да? Поэтому... А, вот можно пройти, кстати, дальше. И я уже забыл. Что там... 64-83. 64-4-80. Ну, не трясись ты, но... Есть. Это лаборатория, значит, была. Databank corruption was detected on your PDA. Your technology blueprints have been updated. А? Повторно синхронизированные чертежи крепульсионной пушки? Съем-ка я еще еды маленько. Так, еще вода. Брать ее мы уже не будем, наверное. Чему мы можем научиться у коллективного разума? Так, еще вода. В общем, еще два места, которые мы должны посетить.
Лаборатория. Ну, в принципе, я не знаю, что там за... Посмотрим за... Эти с базой данных были. Сейчас узнаем. А пока идем дальше. Так, огнетушитель. Давайте огнетушитель расходуем и выкинем его. Нам их столько, оказывается, не нужно вовсе. Но больше все, не могу. Так, это выбросить. Может, еще какой-то есть? Нет? Все потушу. Еще один огнетушитель. Что ж ты будешь делать-то? Но нам явно не сюда. Ой, разрядилось. Огнетушителем его давай, накрывай. Ну мы тут тоже сейчас быстренько глянем. Наверное, на крабов внимания обращать не буду. А может быть нам дальше просто? Я что-то не понял. Мой мотылек там. С циклопом. А как я сюда заходил? С какой стороны тогда? Если не с этой. А, я, наверное, сразу наверх пошел. Вот оно в чем дело. Вот как раз сюда я и заходил. Просто я пошел, видимо, сразу наверх. Правильно? Давайте посмотрим сейчас еще разок. Убедимся в этом. Тут должны... Крабы лежать в большом количестве, мертвые. Ой-ой-ой, они как будто бы ожили все. Да, ну вот эта штука, и дальше поворот туда, ясно. Возвращаемся к отсеку с крабами. Одни крабы. Костюмы крабы, эти крабы. Тихо, тихо. Фу, боже, как страшно было застрять. Давайте я, наверное, сохранюсь. Потому что если я застряну в текстурах, будет обидно. У меня паранойя уже какая-то образовалась, развелась на этих застреваниях. Так. Окей. В эту дверь мы пройти не можем, да? Значит, пошли обратно. Так, вот это злосчастное место, которое мне очень не нравится. По идее, отсюда мы можем еще куда-то попасть. Наверное. Давайте выплывем все-таки. И может все проще намного. Мы вот так вот заходим сейчас, наверное, да. Не нужно, наверное, никуда будет сейчас заныривать. Я надеюсь, больше. Мы сейчас просто... Перезарядить. Так. R. А? Нет? Нельзя? Ладно, я там лестницу видел. Раз нельзя. Но это неожиданно немного было. А лестницы тоже не работают, как будто бы. Может, да, вот здесь можно забраться. Хорошо. Так, а, вот еще есть модуль. Ой-ой-ой-ой, сейчас бы в огонь запрыгнуть, конечно. Эти же не работают, да, и кривые. Наверное, по ним не залезешь никуда.
тут можно и, наверное, позапрыгивать, не расталкивать все это дело, но мы вот так сделаем, чтобы потом спускаться было удобнее. Так, сейчас уже видео идет, а? Жилые каюты. Как раз, да, нам нужна первая каюта, каюта капитана. Склад, ух ты. Столько воды здесь, елки-палки. Пей не хочу, прям называется. Попьем. И батончиков питательных столько. Блин, как так? Все, тут больше ничего. Тут тоже больше ничего. Так, огнетушитель. Это у нас столовая. Все. Огнетушитель можно выкинуть. Не работает автомат с чипсами. Мы вроде такое отсканировали, только какой-то маленький у нас был, да, я просто еще не строил, я еще строительством новых всех этих штук пока не занимался. Хотя мы можем довольно много всего уже построить. Это, меню. Меню, можно посмотреть, чем они тут питались. Меню на сегодня, можно еще почитать. Меню на сегодня. Огнетушителя, наверное, брать не буду, мне кажется, мне хватит. Тихо, в огонь не прыгай, ну что ты будешь делать? Эти прыжки, конечно, сделаны ужасно. Аптечку, кстати, тоже не надо, аптечка. Так, каюта 1 есть. Еще один питательный бак. Может, все сразу есть? Поглощать? А нам одного плаката хватит. Сумку брать я не буду. Не буду. Я вижу что-то. Сумку я могу просканить. Нет, не сумку. Что это? А, полка настенная. А, вот оно что. Что-нибудь еще, может, просканировать дадут? Не дадут, наверное. Там показалось, под кроватью что-то лежало. А, так, значит, каюта 1, да? Ой. Так, ключи к лаборатории. Для себя заманчивое предложение. 18.69. Берем. No signal. Синяя... Нет, кепки брать я тоже не буду. Что это у нас? Так, ну надо, наверное, эту игрушку взять. У нас есть машинка, а теперь будет еще и динозавр. Похоже на динозавра. Едим, пьем. Что у нас? Модуль хранилища. Мотылька краба. Я его выкину, у нас он есть. Глубины погружения... жалко выкидывать на самом деле. Батарею тоже жалко выкидывать. Я вообще такой жалостливый. Хорошо, что этот обжор занимает не так много места. Так, нам не надо ни сумка, ни... это... ни аптечка. Все, вроде бы тут мы осмотрелись. Давайте попробуем сейчас как... затушить вот это дело. Я, правда, не знаю... присесть не могу. А, все, я прошел нормально. Каюта 2, мы в нее попасть не можем. А, пора было бы уже запомнить, наверное, код от каюты капитана 2679. 2679. Есть. О, еще один плакат. Хороший плакат. Так, КПК берем. И плакат этот берем. Отлично. Блин, тоже надо брать. Есть. Штаб-квартира Альтерры. Спасательная ракета «Нептун». Хорошо. Ну, что, получается,
Все важное мы здесь сделали. В эту сторону мы еще не ходили. Тут еще есть каюты, еще КПК. Давайте пока что все это дело быстренько пособираем. Пробежимся, может быть. Просто потому, что серию пора уже заканчивать. Но вдруг что интересное мы найдем еще, да? Ай-яй-яй. Читать все эти записи уже будем в следующей серии, наверное, потому что... Так. Так. Возьмем, наверное, полную батарею. Пустую. Выкинем одну, вторую. Я надеюсь, это была полная. Да, это была полная. И эту возьмем тоже. Так, хорошо. Еще пара комнат, и я надеюсь, что мы закончили. В пятую не попасть, похоже. Единственное, что меня немного смущает еще вот то место, где можно было там поплавать в... крабовом отсеке. Вот там мы, конечно, в этих лабиринтах труб могли куда-то попасть. Что тут у нас? Какой-то плакат, непонятно какой. А, это опять же из этого, из Natural Selection. Неинтересно нам. Так, батареи уже не лезут. Давайте попьем, возьмем батарею еще одну. Вот эту. И все, похоже, мы готовы. Все, что могли, мы здесь получили. Давайте только посмотрим сейчас быстренько чертежи. А записи, 14 записей новых, мы будем уже смотреть в следующей серии. А, так, так. Что там у нас? Где там у нас? Пусковая платформа. Элементарно делается. Краб. Аэрогель. Пласталевый слиток или эмалевое стекло тоже, в принципе, делается довольно просто. А сама ракета... Покажите-ка нам ее. Ракета. Ядерный реактор я еще не освоил. Ракета. Это я пропустил, видимо, ракету. Вот это все понятно. Полочки. Транспорт. Только пустовая. А, она, может быть... Хотя в чертежах должна быть все равно запись. Странно. Я, наверное, просто слепой и не вижу. Такое бывает. Циклоп у нас отдельно. Ну ладно. Пока что... Не вижу я. Хоть убей, не вижу. Хорошо. На этом я буду, наверное, серию заканчивать уже, и в следующей серии мы продолжим, вернемся на базу. Я, наверное, эти батарейки тоже возьму, воду сейчас выпью, раз мы вроде бы как все уже исследовали. Здесь можно еще аптечку тоже даже съесть. Вот, раз мы здесь все вроде как исследовали, опять же, вроде как, то будем возвращаться на базу. И думать о строительстве краба и новой базы. Хорошо, всем спасибо за просмотр. Всем пока и увидимся в следующей серии.